Привет. Итак, что мы? Мы тут... А, блядь. Где мы? Погоди, постой. Что, блядь? Искать с собой. Песик. Так, там еще один песик. Так, у меня ощущение, что я здесь уже был. Что я это уже проходил. Блядь, вот это вот... определиться, как бить... Куда, блядь, поскакал? Иди, блядь, сюда, давай, прыгай. Давай еще раз. Блядь. Ну. Умертвил еще одного. Так, я еще забыл, что, где, как и кто. Убираем. Здесь что-то. Вот эти раскопки, вот это чтиво беспонтовое. Мне это все неинтересно. Так, а что нам? Подожди. Чё же мне надо было? Список дел. Может быть дыра или какой-то другой способ пробраться дальше в шахту. Хранилище, но дверь закрыта, с той стороны надо поискать другой путь. Так, что за хранилище, что за... Я, честно, я не играл и я забыл, чё кава. А, наверное, всё-таки это была новая локация. А, вот он должен пробить нам дырку, да, путь? Угу. Интересно. Угу, ну, по-любому это сюда. А, второй. А, вот. Сюда. Угу. Так. Да. Динамитом, да? Сохраняемся. Сохраняемся. Дверь за ней взымается. Нечто огромное, нечто ужасное. Она бьет человека, сбивает с ног. А все остальные исчезают во тьме. Слышится крик. Но отец стоит и смотрит. Неужели он вызвал эту тварь? Отец, что ты наделал, тварь? Похоже, этим штукам можно доверять, а я пользовался ими и остался жив. Но все-таки зачем они, для чего? Дебил, они показывают прошлое, неужели непонятно? Список дел. Нужен машины, нужен ключ зажигания. Окей, а куда я ключ зажигания-то вставляется? Я могу пожамкать со всех сторон, да, но... Куда именно ключ зажигания, этого непонятно. Ладно. Ключ зажигания. Ключ зажигания. Thank you.
зачем фонарик еще какая-то хуйня, когда мы это неплохо так светим, да? Штука-то. А? Динамит. Так, я думаю, надо наверх. Тут нет ни хера. Там тоже нет ни хера. Так, он не карабкается. Вот такие вот мне вот штуки непонятные. Типа, ну вот я иду, да, вот, ну вверх и что. Мне, блядь, сверху просто прыгать на кого-то надо. С криками «Хия! Кия!» Или как, или что вообще? Ту-ту-ту-тум, зонку ту-ту-ту-тум. Так, вон там я еще не был. Да, определенно. Типа, игра должна пугать атмосферой. Она меня не пугает ни днем, ни ночью. Почему-то раньше она мне очень нравилась. То есть я такой, о, нихуя, какая страшная игра. И прямо обсирался. То теперь же что-то, вот даже в наушниках хороших. А я не боюсь ни звука, ни чего. Я боюсь только вот... Мне не понятно, куда идти, мне это раздражает. У меня точно ничего не было? Мне надо было что-нибудь взорвать. Или где-нибудь киркой. Может, все-таки в каком-нибудь контейнере я это плохо посмотрел. Здесь вот странный тупик. По идее, можно было что-нибудь типа сделать такого, чтобы... Типа... А-а-а! Ну, ща ебанет. Хуйня. Одна хуйстина. Тупики. Тупики. Так, ну явно не назад, да? Че он скажет? Он нихуя не скажет. Нет, я быстрее могу выйти. Ладно, возможно, я где-то что-то упустил. Мне вот это здесь бесит. Надо все хорошенько просматривать. Так. Ну нам вот здесь вот нам проделает дырку, это понятно. Ну типа. Вообще груды. Некоторые камни, которые взять даже не могу. Иди нахуй. Так, я не
ничего не вижу, ничего совершенно. Это отвратительно. Так, ну ладно, давай заглянем прям хорошенько. Типа, я даже не понимаю, зачем эти контейнеры, типа, чтобы собак запирать. Ну, как показала практика, она просто может вынести эту дверь. Поэтому смысл я в них вообще не вижу. Сраный тупик. Да нет, там еще на крыше. Что музыка сразу такая? Заиграла подозрительная, будто там что-то есть. А там же нету ни хера, ни хера. Так, ну выходит у нас только один путь, это путь назад. Ладно, давай, сходим назад, посмотрим, что там есть. Это так... Значит, тупо. Я уже здесь-то забыл, что за комнаты. Ой, еще дальше можно уйти. Стороне что у нас? А здесь вроде бы это по кругу, да, обход? Не, когда игру так вот забрасываешь, потом, блин, очень сложно в нее возвращаться. Ну это какие-то вот туннели здесь были у нас. Там дырка вверху. Хорошо. Вот, блять. Да. Потрясающе. Куда мне теперь? Открыть дверь. Вот черт. Вот же, блин. Ну ничего себе. Ну не могу я. Ай-яй-яй. Сраный ключ зажигания мне надо. Ой, 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 ой.
Ни хрена все равно. Ну да, здесь еще раз все перепроверим. Хотя навряд ли. Здесь что-то вообще было. И столько там не двигатель. В генераторной. Есть только там. Здесь реально. Ни хера нету и не было. Зажигание. Она даже не выключается, ты прикинь, просто раз, все включили и все. То есть здесь нету обратных, да, действий? Что-то включил, потом пришел, выключил. Не, ни хрена. Так, а в подвале я там точно все посмотрю? В подвале, блядь. В этой яме. Сюда ящик я скидывал, да? Из него там что-то мы брали. Так, и реально больше здесь нет. Ну, хера. Ух, блядь. Кажется, здесь как бы это что-то на той территории я что-то упускаю. Может быть такого, что мне надо было бы идти назад и там искать. Не, что-то все-таки впереди. Ситуации впереди. Мы нахуй не должны были взорваться бы. Нет, здесь тоже навряд ли. Если уже столько все это бегал, блядь, по столько раз. Ну. Ой! И тоже, да, видишь, здесь нет ничего. Никаких секретов. Что за дверь? А, да, точно. Ее вклинил, черт. Черт! Подери! Не, ну пойди же, ну вот. Я здесь, да, распилил. Я сюда пошел, здесь вот с собаками.
Нахуй, блядь, собаки. То есть дальше вот это, да, территория? Типа я здесь ничего не нахожу. Ключ зажигания. Собак потушил, а выхода так и не нашел. Хуй пойми, куда идти. А! Ударился. Куда идти, блядь? Сука такая. Гори на. Так, может, есть заметки там. Ой. Ключ зажигания. Когда с той стороны надо поискать другой путь. Подожди, другой путь. Это если только через... Через ту дырку, это вот то хранилище, типа, я наш... В которой дверь закрыта, но там в той пещере есть это. Типа я должен допетрить. И там, скорее всего, есть наш этот в хранилище-то. Ключ зажигания хуйни этой. Я сейчас не совсем понимаю, куда его вставлять-то. Вот эти же загадочки. С этими загадочниками. Так, короче, я так понял, нам туда, в ту хуйню, в ту дырку. Ой. А там сейчас надо будет думать, как наверх попасть. Да? А-а-а. Так. Где там, что там? Идем, значит, в ту пещеру. Что в пещере там, по идее, раз есть локация, значит, в той локации что-то должно быть. А в ней ничего не было. Значит, что-то там должно быть. Теперь мне бы еще вспомнить, где она находится. Так, это хранилище, которое... Это вообще нет. Еще нихуя. Так. Найду.
вообще не запомнил нихуя, где она находится. Что такое? Мне похуй. Где оно? Так, вот это все. Да, вот оно закрытое, смотри. А вот это вот открыто. Ой, черт. Ай! Блин, здесь тоже, да? Ну ладно. Так, теперь. Так, а что если... Нет. Нет. Во! Смотри, прицепился, сохранюсь. Так, мы сохранились. Да все, все понятно. А теперь гиперразго. Нет, все-таки надо. Надо все-таки. А я сейчас ее не вытащу, да? Сука, вот я их сюда закинул. Нахуй, блядь, спрашивается. Но мне хотелось что-то сделать. Блять. Ну реально, сука. Ну ладно, еще один ящик как бы есть, поэтому. А! На мышку надо было жамкнуть. Сейчас. Ну сейчас я уже такой. Я же нажал. Я же нажал, блядь. Ладно, а что если тебя просто сюда подтащить? Блин. Подожди, странно. Сейчас я увеличу себе. Подожди, погоди. О, блядь, неужели? Наконец, сука! И опять вниз. Но я и сохранял. О-о. Блять, камни, как будто лошадь покакала. Смотри, коконы. Ой! Ай! Блять, потрачено. Так, яйца, да? Код диплодога. Смотри.
Да, блядь, не то. Воу, воу, воу. Блядь, загрызли, ты посмотри. Ладно. Я их трогать, а не буду. Опасно, значит. Значит, они убивают. Хоть там чавка-то, блядь. Ты типа... Ой! Да, сука! А это чё? Остатки животного. То ли это глист огромный, то ли это кишки, то ли... Ну, непонятно. Вот это типа косточки, хотя я подумал, что это весла какие-то. С байдарки с какой-нибудь. Ой! Да иди нахуй! Ты посмотри. О, они уебывают от меня. Ага, куда там? Да, блядь, опять! Иди! Да... А! Сука! Вот зачем они сейчас убежали? Иди нахуй! Сзади, сука! Ой, как... Это неудобно, вот, этой системой... Этой системой вообще драться неудобно. Блять. Сука, я не могу никак его утащить. Ты смотри, эти пидорасы там все ползают и ползают себе. Блять. Ты смотри, какая она живучая хуйня. Они живучие, бляди. Я не знаю, что с ним можно сделать. Это реально так дохуища жизни отнимает. Воу. Блять, да сука. Да, блядь!
Так, пойди так. Блять. А можно еще раз сохраниться? Да ладно, ладно. Блять, ты посмотри, что это там у нас. Так. Ну ёбаный ты в рот. Серьезно? Так. На нахуй. Так. Где-то в этой комнате должно быть средство от насекомых. Поищи. Такая бело-красная коробка. Ты можешь понравиться паукам, но ведь не взаимно, правда? Откуда моим серым клеточкам знать, что у тебя рыжий подтекает? Да, рыжий обманул тебя. Паучий лаз не был неизбежным злом. Нет, он был заслужен наказанием. Думал, что мой ум пропал во тьме в нем, но поэзия правосудия поразила тебя огнем восьмилапых псалмов. Пока правосудие охлаждается, мы сможем подружиться. Подай ключ и живительный бальзам. Пробуди нашего камнееда. Да понятно, что мне до камнееда, блядь. Загадочник ебаный. Говорит, так надо пускать бензин. Блять, бензин. Ну ебаный в рот. Рыжий бы нахуй не пошел. Флешки. Ага, вон бензин. Нам это как-то избавиться. Ага. Избавиться от газа, да? От газов надо как-то нам избавиться. О, это знакомый путь. Да я же там выбил с другой стороны, да? Что
там сверху есть. Там тупики. Здесь что у нас? Кран должен работать. Типа, ну зачем он нам? Ага. Смотри, вон там решетка, да? Блять, это... Угу. Так, а теперь надо вниз спустить. Вот так думаю. А мифология... инуитов. Взгляд со стороны христианства. Так, за последние 100 лет наш народ пережил своего роуда. Слово анирник. Ну, ангел. Анирнит. Нитское поколение. Легенда. Ангакуин. Бог. Питер. Неинтересно. И нет. Сохраняемся. Ощущения меняются. Теперь я словно не один, а окружен толпой случайный гость среди многих подобных. Но что удивительно, все они кажутся мне знакомы. Угу, потрясающе. Сохранялка. Та-да! Бензин. Ага, хуй, не работает так. Нельзя от пара досками прикрыться. Нет, говорит, иди ты нахуй. Да и правда. Чё я вытворяю? Нам же надо взять вот это вот. Просто из нее сделать обратно мост. Криво, косо, да сделали. Чё нам? Теперь вниз. Халяп. И на выход. Правильно? Вот всё. Так, а вот теперь нам куда? А, ну вот все. Теперь нам сюда.
Сюда вроде. Да, вот. Теперь ключ. Угу. А бензин, я думаю... Типа... Ага, во. Здорово. Потрясающе. Давай. Поехали! Если я очень хуёво понимаю и слышу, потому что, незнакомцу, чей рассудок потерян столь же явно, сколь явно место его укрытия. Неизвестно лишь то, что рыжий, не хозяин своим словам, его захлестывают противоречивые эмоции. Знаю только, что мой друг по переговорам скрывается неподалеку. Он мой единственный источник ответов. Быть может, найдя рыжего, я стану на шаг ближе к пониманию всей картины. При всей ненормальности происходящего, события в этом месте явно подчиняются своим законам. Я даже не подозревал, что полученные ответы могут оказаться лишь частью новых, еще не заданных вопросов. Короче, каких, блядь, вопросов? У тебя просто шахты заброшены, а в шахтах, значит, у тебя волки какие-то покореженные, и, блин, и пауки, но это... Ну, пауки, они прям вписываются. Насчет волков, ну, не знаю, ну, заблутали, может, целая стая волков так вот бежали, и потом... В люк в этот тоже ёбнулись, и так и остались там жить, и им пришлось жрать, просто друг друга выживать, и вот они начали охотиться, и поэтому их глаза светятся, потому что от злобы, от дикой. О, а чё-то знакомое. Отсюда можно лететь до самой преисподней, никогда раньше не глубоко... Так глубоко не... Короче, неважно, куда он там... Раньше. Блять. Ну и правда можно было так ёбнуться туда. И улететь. Воу. Воу. Воу, 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 воу. Ах, сожрал. Я не успел. Ну понятно, что теперь делать. Вот это вот, да, огромная личинка, уже какая-то новость. Так, что мне здесь надо? Ну, теперь понятно. Теперь я подхожу. Дергаю. И просто аккуратненько... Смотри, какой червь. На этом все. Было внезапно. Так, здесь кто-то шепчет, пиздит. Так, там есть проход, тут есть дверь. Дверь плотно закрыта без ручки, как она открывается. Угу. Силой мысли, нахуй, она открывается. Ладно, на этом все.
Так что пиу-пиу-пиу-пиу.